Всем привет! Сегодня я хочу рассказать вам про пряжу, из которой вязала два изделия. Это пряжа Ланоса Woolrich. Это ниточка турецкая, 70% мериносовой шерсти и 30% акрила. Вот. Так, вот состав. Состав пряжи. Длина нити 390 метров. Обработка у нее крученая. Вот, обратите внимание. Крученый цвет без блеска и полировки. Она мягкая, очень приятная и не кусачая. Мне она очень понравилась. Этот производитель не дает рекомендаций по поводу размера крючка. Здесь только есть рекомендации по размеру спиц. Я вязала этой ниточкой шапочку, вот шапочку, в две нитки, крючком номер 4, столбиками с одним накидом. И еще я вязала кардиган. Вот он, кардиганчик, столбиками без накида. Вот. Без накида на девочку я вязала. Полотно вышло при этом очень плотное. Вот. Вязать было очень приятно. Нитка не скрипит. При стирке, когда вот я постирала кардиганчик, ощущался такой запах шерсти, который постепенно уходил по мере высыхания изделия. На кардиган вот этот ушло два моточка таких розовых ниточек и 4 моточка синих. При этом при вязании никаких дефектов нитки не было замечено, то есть никаких узлов, ну вообще никаких дефектов не было. Эту пряжу я бы вам рекомендовала. Мне она очень понравилась, рекомендовала бы как качественную. Из достоинств могу подчеркнуть в ней неплохой состав пряжи. Эта нитка не линяет, потому что я постирала, она не линяла, не садится. Она, в принципе, очень даже теплая. Нитка не кусачая. И что еще хотела бы сказать, здесь у нас производитель предлагает стирать при температуре 30 градусов. Я именно вот так и стирала, как рекомендует производитель. То есть постирала в холодной воде детским шампунем. После этого выровняла на ровной поверхности на полотенце изделие, дала ему высохнуть. Недостатков у меня не было замечено. Ровных петелек вам и спасибо за внимание.